Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, кто ты из ютуберов по Бравл Старс. Ну а если ты не перематываешь видеоролики, то, пожалуйста, подпишись на Фрэнк Блэд. У него всего лишь 9 подписчиков, но он снимает крутые видеоролики. Вот, пародия на Бравл Старс и другие игры. Ну, поддержи чувака, начинает только снимать свои видеоролики. На 10 подписчиков он покажет лицо, так что давай подписывайся быстро. Один подписчик остался, ну давайте мы ему набьем где-то, ну 20 подписчиков точно, точно, пацаны, ну давайте, я вас верю. Ну а мы приступаем к видеоролику, который будет не менее интересней, погнали. Всем привет, вы на канале Денплей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. А именно, мы с вами поиграем в эти все режимы, попытаемся как можно больше режимов поиграть сегодня. И кстати, знаете, что у меня сегодня? У меня сегодня день рождения, 25 октября. Вы смотрите этот видеоролик в пятницу, я надеюсь. Ну, я его выкладу вот прям после съемок. И если... Ну, поздравляйте меня в комментариях, вас лайкну, вам отвечу. Давайте, ребята, тогда приступать. Ну да, конечно же, интрушка, и будем потом начинать каточки. Погнали, сыграем, ребята, на Джине. Будем играть с вами в Око Бури, столкновение, как я его называю, короче, призрачное ШД, погнали. Очень классный режимчик, мне он очень нравится, особенно на ПЭМ, там просто имба, ПЭМ просто имбище там, вот серьезно вам говорю. ПЭМ здесь тащит, но мы попытаемся и на этом бравлере, давайте. Джин у нас по 75 хпшек отнимается, но это довольно-таки много, блин. Это довольно-таки много, блин. Офигеть, я сейчас могу умереть. Мне надо фармиться, мне вот надо по 1000 хп, вот так вот его вот, опа, вон, восполнили хп. Вон, давай его догонять будем. Слышь ты, падла, пернатая, на тебе. Вон, мы возродились. Ух ты, блин, как он мне дамага нанес. Падла такое, собачье. Блин. Капец, ну блин, жаль, конечно, минус 5 кубков. Первая каточка неудачная, ой-ой-ой-ой. Не, давайте пойдем лучше на ПЭМ, все-таки ПЭМ здесь более рулит. Давайте. Вот на ПЭМ мы точно с вами затащим. Давайте, ПЭМ. Око Бури, призрачное ШД, там тоже ПЭМ, кстати, давай затимимся с тобой. Не, ладно, вали нафиг тогда. Отсюда вот так, там ворон? Ух ты, блин, там ворон Феникс. Давайте его будем крысить. Ах ты ж, падла, меня задело, главное. Вот, блин. Ну, давай, 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 иди сюда. Ой, как хорошо, мы чуть-чуть здоровье восполнили. Нормас, нормас. Ах ты, он убил, блин, кого-то. Эль Прима он убил. Вот, падла такое. Давайте пофармим боксики, фармим боксики. Хотя бы по один боксик мне нафармить бы. Давай, давай, вон, пару тычек сделал, да, хорошо. Так, давай еще пару тычек. Главное здоровье восполнять. Банки здесь не главную роль играют. Ой-ой-ой, как хорошо. Давай, Леня. Давай, Леня, этого козла убьем. Козла желтого. Ну, он там будет умирать потихоньку. Ему осталось 1000 хп. Ему надо срочно наносить уроны. Ой, все, ему хана. У него осталось 300 хпшки. И так, 200. Давай, еще чуть-чуть осталось. Давай. Ха, лузер, лузер. Так, я живу пока вместе. Мне надо поставить бы сюда хилочку, и мне как раз будет вот так вот, смотрите. С хилкой мы вообще восполняем даже хпшку. Мы восполняем хпшку примерно на, я не знаю, ну мы на мало, конечно, восполняем, но она восполняется, смотрите. Так, давайте. Примерно, я не знаю, на 21 хпшку нам поднимается, по-моему. Ну, правильно так, да. 21 хпшку нам дается в сумме. Ух ты, ШД. Ой, ну как бы, да, уже. Так, вот Леня. А, это Шелли, блин, офигеть. Не, ну Шелли мощная с 11 банками. Шелли это сразу ГГВП. Ладно, давайте пойдем теперь в другой режим. Мы с вами поиграли в призрачное ШД. Одну катку мы проиграли, одну мы победили. Давайте пойдем. Супер название карты. Вжух, вжух. Ну, пацаны, ой, ну, Суперсел, пожалуйста, ну, блин, как будто нельзя, нету фантазии у них, чтобы назвать эту карту. Вжух-вжух, фиг его знает, что это означает, блин, вжух-вжух, окей.
Пойдем играть на карте в жук-жук и, конечно же, за нового бравлера Эмс. Я ее апнул на 15 ранг, на 300 кубков. В принципе, за нее играть не сильно сложно, но надо понимать, что она не ближник, она дальник. И вблизь подходить — это просто самоубийство. Особенно на какого-то там, не знаю. Она вдали хорошо, вообще тащит она вдали. Чего вы все сюда приперлись? Ну, пацаны, ну, блин, давайте же как-то... Ну, я не знаю. Кстати, ребята, а вы хотите игру PUBG Mobile? Там вообще офигенные режимы повыходили. Ах ты ж, падла такое. Если хотите, чтобы я снял PUBG Mobile игру, я в нее играю так нормально. Давайте помансим, забираем эту фигню. Ах ты ж, падла, нет, меня не надо убивать. Давай ее, пошел. А, блин, тут 8 бит, я забыл, блин, пацаны. А, я ногой об диван ударился, блин, вообще офигеть. Офигеть, а ну вы и тащеры, блин, я его догоню сейчас, я ему догоню и по лбу надаю, блин. Вот, блин. Блин, давай его, на нафиг. По лицу тебе. Давай, опа. Ой, как хорошечно, давайте 6 у нас этих... Там где-то Пайпер с 4 банками, ой, с 4 этими кристаллами, в общем-то, вроде бы. Я не помню, если честно. У нее три кристалла. Нам надо вот этого дурачка убить. Так, забираю этот 7 эликсир. Ну, эликсир или как она там правильно, давай его. Все, отлично, отлично, просто сыграно. Давай, там еще этот дурак где-то есть. А вот он, дурак. Еле-еле чешет, блин, своими ножками. Ну серьезно, он ходит как какой-то, блин, тупой дурак. Так медленно он ходит, меня так это раздражает, что это капец так. Ух, выиграли. Выиграли, мне нравится. Захват кристаллов мы просто затащили как могли. Нормально, 15 ранг, нормально, 318 кубасиков. Давайте пойдем теперь, куда? Давайте в брубол пойдем, тоже на Эмс. Не, давай, ну ладно, уже нельзя поменять, я бы хотел взять Мортиса с пассивочкой. Так... У нас тьма, ну, неплохая, но, конечно же... Ой, блин. А кто у нас умер? Я не видел просто. Ну, блин, ну, ё-моё, я вблизи 500 хп наношу. Мне надо дальником быть. Мне надо... А, у нас этот дурак. У нас дурак этот, как его, Брок. Куда тут Брока брать? Блин, тупой баран. Ай-яй-яй. Так, ой, как хорошечно сыграно, давай теперь, выкидывай пас сюда, выдавай такую передачку топовую, а ты ломай стенки, давай, хорош. Ну ты не сломал стенки, ты вообще какой-то дурак, блин, он не сломал стенки, он тупо, блин, разломал чуть-чуть забора. Ай-яй-яй, вот это вот чуть-чуть он косой. Давай, Артём, давай, погнали. Я вот так делаю, не знаю, правильно я ли я сделал, но мне кажется, я затащил сейчас. Ух ты, блинский. Давай, дай пас, мутила, давай. И, давай. Ай, да, я забил. Хорош. Да. Нормально. Все, давайте тогда. Сейчас тащить будем. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны. А я затащил. Блин, только Фрэнк, давай же, там отбивайся. Хорош, да. Я думал, что Фрэнк мне пас тогда не даст, когда я забегу. Но я забил как-то странно. Мне кажется, Фрэнк свои ворота просто забил. Ну, а кто пас мне даст? Давай. Выдавай передачку такую. Ну, баран, давай. Артём, хорош. И Голасио. Неймарзито забивает Голасио. 2-1. Закомбэчили. Ну, просто слава богу, что они хотя бы пас давали. Они не эгоисты, которые будут, типа, сами забивать эти, в кавычках. Они просто будут сливаться. В осаду я, если честно... Ну, давайте в осаду пойдем. Только давайте поменяем. Давайте возьмем. Давайте Пайпер возьмем. Тут, в принципе, дальники тащат. Тащат или нет. Давайте, я не знаю. Или все-таки Эмс. Или давайте 8 бит у всех бомбиту. Давайте возьмем. И пойдем на нем. Я не знаю, 8 бит, ну, в принципе, дальник 8 бит, это для него карта. Но только он как чешет своими ножками очень медленно. Я так это раздражает меня, что я просто ненавижу этого бравлера из-за его, блин, из-за его быстрого передвижения, в кавычках. Так, давайте, ну, так Пайпер там, Леончик. Все, проиграл. Блин, а кто у нас слился там?
А, пацаны, блин, фуф. Хорош, хорош, давай, убей Пайпер. Пайпер умерла. Окей, нам надо сейчас вот здесь ставить свою фигню. И теперь его робота вот этого вот убивать вообще жестко. Так, нам надо вот этого вот убить, авторитета. И вот так вот его мочить, этого робота. Только это мы будем делать долго. У нас уже половина, блин... Это капец, все, мы проиграли, мне кажется так. Ну, мне так кажется. Ох, хорошо, мы его убили. Но мы, скорее всего, проиграли. Ну, хотя, если мы соберемся сейчас, то мы можем вообще на изи их сделать. Так, сделано. Давай, ставлю свою фигню, чтобы Пайпер выносила просто с одной тыки почти. Ой, надо это аккуратно с этой Пенни, потому что Пенни с пассивкой плюс ее... Ух ты, у нас шестой робот. Но если мы нанесем много ХП и плюс, мне надо не слиться. Блин, там этот авторитет будет сейчас бить этот, как его, своей пассивкой вот этой дурацкой. Блин, осталось 3000 хпшки. Один робот. Кто дамажит робота? Давайте, нам срочно нужно дамажить робота. Ну и что? И все, пацаны. Молодцы. Да не, это проигрыш, пацаны. Ну потому что... Ну если бы команда была бы чуть-чуть бы... Да плюс меня убили, блин. Я не смог вообще ничего сделать. Еще и меня сейчас убьют. Давай этого. Хорош, я его убил. Так мы еще можем, в принципе, У нас еще есть надежда. Только, скорее всего, сейчас они будут просто идти. Пенни, надо Пенни просто аккуратно с Пенни. Пенни, давай. Ты не поставишь свою эту... Давай, да убейте бы эту фигню. Пассивка, точно ж, блин, малин. Ладно. Ну я забыл про пассивку, вообще забыл про пассивку. Ну и как всегда напоследок, ребята, Мортис. Нет, давайте ведьму вот такую вот возьмем. Бро, ой, какой вжух-вжух. Мне этот вжух-вжух просто очень не нравится. Бро-бол. И, конечно же, мы сейчас затащим на Мортисе. О, тут Шелли новый скин, кстати. На Шелли новый скин добавили. Ведьма Шелли. Братан, ты чё на меня рыпаешься? Да ты сейчас получишь по морде вместе со своим братом Мортисом. На, один пошел. Ой, я убегу случайно. Опа. Давай пас, ты! Ты, да, дед! Давай, иди сюда, дед! Папа, дай мне пас. Блин, ты вообще какой-то... Дед. Это же папа, да? Да. Я знаю английский. Воу. Блин, а как так? Они... Ай, капец. Выход 1-1 просто. Только там вратаря нету. Это выход 1-0 просто. Офигеть. Она сейчас ему, блин, собьет. Ай-яй-яй-яй-яй, как ты не додумался? Ну я не понял. Что вы делаете в моем холодильнике? Ладно. Проиграли. Ну давайте еще... Ой-ой-ой, только я не хотел с этой командой идти. Ну что они делали, это, конечно же, вообще жесть. О, так. Джесси давай убьем, а то она сильная какая-то борзая. Ой-ой-ой, валить! Там, надеюсь, хоть они убьют этого Мортиса. Ну что вы делаете в моем холодильнике? Ну, пацаны, ну блин. Ах ты ж. Давай убьем ее. Ну и как бы. Она крутится уже. Ну, и я хотел сильно играть с этими дураками. Не, пожалуй, идите, пацаны, подальше отсюда, с игры Brawl Stars. Не, я так не оставлю. Я хочу сыграть хотя бы по одну катку выигрышную в Броуболе на Мортисе. Ну, блин, я уже слил, блин, Мортиса вообще просто жесть как. Называется, поиграл, блин, слил нафиг и все. Шелли, ты хоть ее там задефай, пожалуйста. Давай, уйди нафиг отсюда. Динамайк, тупой, блин, дед, старый, пердед. Ай-яй-яй-яй-яй, так, ладно. Старый дедушка Майк, опа. Я даже не успел, блин, ульту использовать, вообще офигевшие. Не ультуй, дурак, блин, тупой, вот это дурачина просто. Ты ж понимаешь, что под тобой мяч прокатится, просто между ног прокатится и все. Я сдох, нет, я не сдох, нормально. Ну давайте, пацаны. Давайте, Шелли, разбивай, ты вообще ненормальная, ты вообще какое-то существо тупое. Дай мне пас хотя бы, ты, блин,
ты! Да дай мне пас! Ой, фух, хотя бы забил один. Ой! Это капец. Эта катка просто взорвала мне мозг. Я так боялся, чтобы он меня, короче, не разбил. Я тупо ударил и, пожалуй, мимо ударил. Еще и ульта Динамайка. Старый дед. А, сам виноват. Я как бы пройду. И вот так вот сделаю. И не забью. О, еще и ударил второй раз. Только поддержки у меня нет. У меня там они просто на воротах стоят. Вон, видите, защищаются, блин. Один в атаку я должен идти. Только они защищаются, как какие-то ненормальные. Ну, короче, я проиграл. Да ну, возьмите вы мяч. Осталось уже, блин, меньше минуты. Давайте, забейте. Забивайте. Да, хорош. Эль Прима хорош. Ну, я, конечно, тупанул. Да капец. Я Динамайка просто мог на изи сделать. Давай, давай его. Давай, давай его, этого. Хорош, давай, давай пас, давай пас. Давай пас. Братан, давай ты пас. Давай, 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 все, это изи, пацаны, это изи вин. Капец, какие-то чудеса в этот день творятся на мой день рождения. Пока мы здесь готовимся, я пока не свободный и решил записать видеоролик. Кстати, ребята, ссылочка на мой канал второй будет в описании, на Evan Den. Я вас прошу подписаться, потому что там скоро выйдет новый видеоролик, и новые видеоролики я их просто монтирую там. Они, конечно, редко выходят, но будут, скорее всего, выходить чаще, чаще и чаще. Давайте, кстати, может там сила появилась какая-то на Эмс? Нету на Эмс вообще. Вот, кстати, скины, смотрите, новенькие. Шелли вот такая вот ведьма. Это, оказывается, у нее не мышка, не... Короче, это у нее, окажется, кошка. Я думаю, что это... Что я думал? Что-то на... Как она называется? Я забыл, блин. Ладно, все, давайте, и потому что я уже настроен праздновать. Все, вот диджей Фрэнк еще есть такой вот. Все, всем удачи, ребята, и всем покедова.